Здравствуйте! Добро пожаловать на канал интернет-магазина 5 капель. Сегодня мы познакомим вас с надежным и эффективным оборудованием, вакуумным водостройным насосом 5/80, способным перекачивать 80 литров воды в час. В этом видеоролике мы расскажем вам о его возможностях, принципах работы и о том, почему он является незаменимым оборудованием для лабораторий и промышленных предприятий. Вакуумный насос 5/80 работает по принципу циркуляции воды, используя воду в качестве уплотнения для создания вакуума. Такой принцип работы отличает его от других типов вакуумных насосов, так как позволяет работать более экологично и экономично. Вакуумный водостройный насос 5/80 рекомендуется использовать для создания вакуума в химических реакторах и ротационных испарителях, а также в любом вакуумном химическом оборудовании. Насос работает по принципу циркуляции воды, используя воду в качестве уплотнителя для создания вакуума. Такой принцип работы делает его не только более производительным, но и экономичным, что выгодно отличает его от других типов вакуумных насосов. Вакуумный водостройный насос 5/80 способен создавать сильный вакуум, значительно повышая эффективность различных технологических процессов. Кроме того, он рассчитан на работу с большими объемами воздуха, и он может работать непрерывно в течение длительного времени, что делает его подходящим для применения для сложных условий эксплуатации как в лабораториях, так и на производстве. Использование циркуляции воды сводит к минимуму необходимость в частом обслуживании и замене деталей, что еще больше повышает его пригодность для длительной эксплуатации. Благодаря прочной конструкции, высокой скорости откачки и способности достигать вакуума 0,98 мегапаскаль, вакуумный насос 5/80 является надежным и эффективным выбором для решения многих задач. Он может использоваться в процессах дистилляции, испарения, дегидратации и сушки в различных научных и промышленных предприятиях. Он также используется при вакуумной фильтрации, вакуумной дегазации и вакуумной подаче в химических лабораториях. Диапазон рабочих температур 5/80 составляет от 0 до 25 градусов Цельсия, скорость откачки 80 литров в час, достигаемый вакуум 0,98 мегапаскаль. Он изготовлен из нержавеющей стали и помещен в коррозионостойкий пластик. Работает от двигателя мощностью 370 Вт, емкость бака для воды составляет 50 литров. Вакуумный насос для воды 5/80 – это мощное и надежное оборудование для ваших задач. Не забудьте посмотреть ссылки на этот насос и сопутствующие товары в описании к видео. Если вы нашли это видео полезным и интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Все вопросы оставляйте в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем обзоре.